Меня зовут Анатолий, я из города Чебоксары. Вот 2 ноября 2021 года я обратился с обращением прокурору Маргаушского района Шуркину Валерию Вениаминовичу. Но Шуркин отказался принять мое обращение. После чего я обратился в Маргаушский районный суд признать действие прокурора Шуркина незаконным. Маргаушский районный суд признал действие прокурора незаконным. После чего прокуратура республики выходит с апелляционной жалобой в Верховный суд Чувашской республики. 26 апреля апелляционная инстанция оставляет решение Маргаушского районного суда в силе. То есть прокурор Шуркин должен был привлечен к административной ответственности за нарушение федерального закона 59. Из протокола судебного заседания я сделал вывод, что прокурор Маргаушского района на судебное заседание давал ложные показания. Почему он так поступил, мне, конечно, неизвестно. Прошу генерального прокурора Российской Федерации Краснова провести проверку в отношении прокурора Шуркина Валерия Валерьевича нарушение федерального закона 59 и нарушение статьи 307 Российской Федерации.